хотим тебя поздравить с твоим днем рождения. Ну, мы тебя очень любим и уважаем. Ты знаешь, настоящий почти друг. Все эти годы. Настоящий друг, чтобы ты оставался таким же ответственным, отзывчивым. Ну, короче, какой ты есть на самом деле, будь таким. И чтобы у тебя главная семья твоя росла, дочь, с женой было все хорошо. Чтоб все ваши желания заветные, которые вы себе загадали, чтобы они сбылись. На митинг. Но не просто сбылись, а сбылись в ближайшее время. Вот, отлично. Давай. Давайте. Давайте. Давай. Да, вообще, как сказано, сильно. Третье. За тебя, Серега. Ура! Хорошо. Не, хорошо замариновали? Да. А? Да. Чистый. В смысле, кто мариновал? Я. Сам? Да. Отвечаешь? С интернета взял. Как называется? Сделал. С айфона. По-кавказски называется. Да, как? Вот, Пепелин, ты вообще кудесник. Хлеба-то что-то перебрали, парень. Лёня и дядя. Да, мало ли. Сказал, что Лёня только съест один пакет. Да. Тройной. Просто мы с Лёней когда куда-то ехали. Буженинка вообще. Лёня взял хлеба. Короче, ну целую тележку вот такую, большую. Я говорю, так ты куда? В итоге не хватило. Я говорю, так ты куда? Хлеб, говорит, уйдет в первый день. И он ушел в натуре в первый день, блядь. Как и есть, да? Давайте с политиком. Да. Прямо сразу? Ну, конечно, не шутят, давай. А потом пьем. Так я же салаты себе положу, да? Что, хватит. Давайте. Потому что... Че, нормально наделали побольше кому? Не, нормально. Ты нормально делаешь. Все, помидоры Серега солил. Сам? А собирал. Что с вами такое-то, парни? А мы же в деревне живем. Надо маленькие было, сам его собирать. Нет, ты в натуре вполне себе дом взял? Да. Вот. Сколько обошелся? Не секрет, если. 13. Все готово и уже все. Да я колю, ты что? А, ну, коробка. Коробка. Коробка, блядь. Ну, так вот там и обходятся, как и стоят я. Да, ну. Дорого, богато. Ну, там сам легкий дом. Это самый дешевый. Попробуй кореечку там. Вообще. Самый дешевый. Ну там место, блядь. Ну, блядь. С водичкой. Ну ладно, что, обживешься, приедем на новоселье. Так я посмотрю, что это. Ну достроишь со мной проставление, я как бы не забыл, блядь. Я соберусь и мы еще погуляем. Так я тебя с соседями там познакомлю. Ну давай, Серег, поставим. Да, там соседи, там Отмахов. Заразители. Давай, Отмахов. Отмахов. Ну, Отмахов, ладно. Давай. Хоккеисты, вот у них там дом тоже. Мы к нему там в баньку. То есть, ну что, там... скажите что-нибудь. Заразители сказали. Третий тоже заразители. А что второй? Ну, человек же. Второй. Давай. Это на очередовай, да, сейчас. Просто друзей за твоих выпьем. Чтобы у меня были хорошие всегда у тебя добрые. Да, потом сам скажу. Давайте не за друзей. Давайте просто пойдем! За нас, да! За меня! Давай, за тебя! Все, давай еще раз. За тебя. Все, поехали. Дуплет же. А это что за ключ? От офиса. От Эльки. Ключ от офиса. Иди поднимайся ко мне. Сейчас я подойду, да? Буженинка хорошая, да? О, бьё, да. Свежа? А? Свежа. Так мы взяли самых свежайших продуктов. Будешь туда не будем прийти. Но. Ну, ещё выступили, да? Вова аж в обморок падал. А где это? Ашан. Он говорит, идёт? Ты когда-нибудь в Ашане? Ну, в Ашане был. Он говорит, он идёт, как говорит, у меня голова кружится. Я, говорит, за тележки можно не буду цепляться. Там, короче, район, вот как ты это, в китайский район, короче, попал. Там, блядь, много-много китайцев, короче, они все бегают там. Вот так вот. По Ашану. Да, и, короче, все себе в тележку стопило. Без разбора, нахуй. Кризису готовятся. Блядь, там много народу. Я нигде так народу много не видел. Так это, чувак, мы еще были в среду в обед. Народу нет, блядь. Ты в субботу туда влезли. Они все из Китая, там, я, блядь, просто это. Ты в субботу не вздумай туда ехать. Затупчу. Как тебя телега рождается просто.
Братан, пиздец, нахуй. Я остаюсь с телегой. Сжался, короче, бом. Помидоров. Там сидорочил вот так вот, нахуй, блядь. Типа, чё ты тут стал, нахуй? По-китайски. Да, я вот так вот, короче, блядь, с этой телегой. Ну, вот эта фраза короткая, вся. У меня и всё. Надо Чиме позвонить, чтобы диск взял. Круглый, что ли? Да, с Валентина, песня на своей футболке. Привет,